Владимир Путин провел совещание по вопросам демографии. В обсуждении принял участие губернатор Ивановской области Михаил Мень. Проблемы детей-сирот, упрощение приема детей в семьи, помощь детям-инвалидам. Словом, разговаривали о маленьких россиянах и их недетских проблемах. Президент подтвердил, что материнский капитал будет и дальше расти и составит 408 тысяч рублей. Вероятнее всего, будут введены новые карательные меры для родителей, которые уклоняются от содержания своих детей. Даже обсуждалась тема возможного создания определенного фонда алиментного, да, который будет вести таких детей. У нас есть, конечно, форма там поддержки, но который будет вести этих детей, а потом дальше государство уже будет решать вопросы по изъятию там, в судебном порядке средств у тех нерадивых отцов, которые не платят алименты.